Всем привет! Меня зовут Паша, это канал Альфа Центавра, сегодня суббота, а значит вы смотрите нашу еженедельную подборку главных космических новостей. По итогам голосования за главные новости прошлой недели победили два события – столкновение DART с астероидом и планы SpaceX по спасению телескопа Хаббл. Сегодня голосуйте как всегда. Услышали интересную новость? Обратите внимание на ее шифры в правом верхнем углу. Запишите шифры всех понравившихся новостей и оставьте их в комментариях. А через неделю я подведу итоги уже по этому выпуску. Заваривайте мазут, переходим к новостям. Man, 29 сентября Федеральная комиссия по связи США сократила срок, который дается операторам на сведение неактивных спутников с низкой околоземной орбиты с 25 лет до 5. Цель решения – борьба с космическим мусором. Согласно новым правилам, космические аппараты, расположенные на высоте 2000 км и ниже, должны быть сведены с орбиты как можно скорее и не более чем через 5 лет после окончания их миссии. Правила вступают в силу через 2 года и будут касаться всех спутников, зарегистрированных в США, а также станут необходимым условием доступа к американскому рынку для иностранных аппаратов. По словам председательницы комиссии Джессики Розенворсел, решение было мотивировано растущей угрозой, которую представляет космический мусор на низкой околоземной орбите, а также прогнозируемым ростом количества космических запусков в следующем десятилетии. За 2 дня до этого, 27 сентября, руководство научного комитета Палаты представителей США обратилось к председательнице, призвав комиссию отложить рассмотрение нового закона и проконсультироваться с экспертами в области. Меня давно слегка беспокоило то, как комиссия взялась за этот вопрос в одиночку. Нам всегда нужно опираться на опыт других государственных инстанций, у которых действительно есть экспертиза в работе с космосом. Я надеюсь, что здесь мы так и поступим, говорит Брэндон Карр, член Федеральной комиссии по связи. Тем временем НАСА проводит свое исследование относительно оптимального срока свода аппаратов с орбиты под началом Управления научно-технической политики США. По словам Эзинне Уозо Акора, заместительницы директора по космической политике управления, решение Федеральной комиссии по связи не идет вразрез с текущей работой. Комиссия находится в составе межведомственной группы по борьбе с космическим мусором. 1 октября в 7 часов утра ракета «Альфа» компании Firefly Aerospace завершила успешный старт с космодрома на базе космических сил США Ванденберг. Через 8 минут после старта вторая ступень вышла на расчетную орбиту, где осуществила вывод полезных нагрузок. Чуть менее чем через 2 часа компания объявила о полном успехе миссии. Первоначально Firefly пыталась запустить «Альфа» почти за 3 недели до этого, 11 сентября. Автоматика остановила обратный отчет всего за минуту до запуска. Позже представитель компании сообщил, что причиной отмены была обнаруженная утечка гелия в системе наддува второй ступени носителя. Вторая попытка, запланированная на следующий день, была отложена по погодным условиям, после чего благоприятных условий по всей трассе запуска пришлось ждать до 30 сентября. В ходе испытательной миссии, романтически названной «To the Black», на 300-километровую орбиту с наклонением 137 градусов было выведено несколько космических аппаратов. CubeSat «The Teachers in Space», предназначенный для сбора базовых данных о полете с целью их использования преподавателями. CubeSat NASA TechEdSat-15-3U, включающий в себя несколько демонстрационных приборов. Платформа PicoBus с 6 спутниками Pocket Cube для AMSAT Space, FOSSA и Libra Space Foundation. В ходе одного из будущих запусков ракетой будет выведен космический аппарат производства Millennium Space. Эта миссия, названная Victus Nox, будет выполнена в интересах космических сил США и послужит развитию стратегии быстрых запусков, начало которым было положено миссии TAC-RS-2 в июне 2021 года. Задачей компании является сокращение времени между получением заказа и запуском до 24 часов.
Друзья, такие видео выходят на канале исключительно благодаря поддержке наших спонсоров на YouTube и Patreon. Это люди, которые донатят в проект от 1 доллара в месяц, эквивалента чашечки эспрессо, а взамен получают ранний доступ к контенту и немножко эксклюзивов. Донаты идут на работу над роликами, написание сценариев, озвучку и монтаж, на содержание полноценной редакции на сайте, на управление нашими аккаунтами в социальных сетях, на сервисы, благодаря которым у нас есть музыкальные лицензии, хостинг и многие другие штуки, которые, в общем-то, и не особо заметны, но все же стоят своих денег. Мы очень благодарны всем, кто нас поддерживает, ведь без них проект попросту не мог бы существовать в сегодняшнем виде. Будем рады, если и вы проникнетесь и решите нас поддержать. Ссылки на все способы это сделать найдете в закрепленном под видео комментарии. Заранее спасибо. В ночь с 28 на 29 сентября свой последний полет совершил легендарный самолет обсерватория София. Что же делало этот инструмент таким особенным и какое научное наследие он оставил за собой? Когда астрономам нужно разглядеть что-то в далеком космосе, их выручает телескоп. Когда это что-то скрывается за, например, облаком космической пыли, им необходим инфракрасный телескоп. Излучение в инфракрасном диапазоне, свет с длиной волны от 1 до 1000 микрометров, значительно легче проходит сквозь холодную пыль и газ, а еще позволяет увидеть объекты слишком тусклые в видимом спектре. Один из главных недостатков этой технологии состоит в том, что практически весь инфракрасный свет, поступающий к нам из космоса, поглощается водяным паром в атмосфере Земли. Обычно для решения этой проблемы ученые делают ставку на космические телескопы, такие как знакомые нам Уэбб и Спицер. Однако запуск такого деликатного инструмента в космос – дорогое и рискованное предприятие. Более простой альтернативой служит самолет. Паря в стратосфере на высоте около 12 километров, инфракрасная обсерватория София оставляет далеко внизу большую часть водяного пара и других компонентов земной атмосферы, мешающих работе 2,5-метрового инфракрасного телескопа на ее борту. Более того, возможность быстрого ремонта и замены инструментов дает ей некоторое преимущество над космическими аппаратами. За свои 12 лет службы София успела совершить множество открытий. Так, в 2019 году ей удалось найти в далекой туманности гидрид гелия, как считают ученые, самое первое химическое соединение во Вселенной. Охоту за этим веществом астрономы вели с 1970-х годов. Помимо этого, она подтвердила наличие воды в почве лунного кратера Клавий, расположенного на видимой стороне Луны. Эта находка свидетельствует о том, что вода на нашей спутнице есть не только в вечно затененных регионах. Согласно обзору с 2014 по 2020, работа София стала источником для 178 научных статей, в то время как данные двух упомянутых космических телескопов вместе использовались в более чем 2700 публикациях. Авторам обзора не удалось найти способ увеличить продуктивность обсерватории. Все же, несмотря на многочисленные заслуги обсерватории, НАСА и немецкий центр авиации и космонавтики приняли решение завершить миссию. Дело в том, что, как утверждается в 10-летнем астрофизическом обзоре Astra 2020, стоимость эксплуатации София 86 миллионов долларов в год, число сравнимое с годовой стоимостью телескопов Хаббл или Чандра. Стоимость неоправданно высока при сравнительно низких научных результатах. Однако некоторые ученые считают такое решение ошибкой. Диапазон работы инструментов София составляет от 0,3 до 1600 микрометров. В сравнении с диапазоном от 0,6 до 28,3 микрометра у космического телескопа имени Джеймса Уэбба. Это значит, что существуют уголки Вселенной, которые видны при помощи воздушной обсерватории, но недоступны для новейшего JWST. На сегодняшний день нет планов создания новой летающей обсерватории, однако находящийся на стадии концепта космический телескоп Origins, запуск которого потенциально намечается на 2035 год, может вернуть астрономам возможность работы с дальним инфракрасным диапазоном. Помимо этого, обзор Astra 2020 содержит предложение создать космический телескоп, работающий как в инфракрасном, так и в рентгеновском диапазонах. Однако даже в случае интереса со стороны НАСА он будет готов не раньше середины 30-х. В понедельник Индийская организация космических исследований ISRO заявила о завершении своей марсианской орбитальной миссии «Мангальян».
Космический аппарат, изначально рассчитанный на работу в течение 6 месяцев, провел на орбите Марса долгих 8 лет и получил целый ряд важных научных результатов. По заявлению агентства, потеря связи с зондом произошла из-за упавшей в апреле ниже допустимого уровня мощности солнечных батарей, а также израсходования топлива. Монголиан был запущен в 2013, а целевой орбиты достиг в 2014 году. Благодаря этой миссии Индия стала одной из немногих стран, наряду с США, Евросоюзом и Россией, обладающей искусственными спутниками на марсианской орбите. Стоимость миссии составила 4,5 миллиарда рупий, 73 миллиона долларов. Это меньше, чем шестая часть бюджета, потребовавшегося НАСА для своего зонда, работы над которым начались вскоре после старта индийской миссии. Как позже пошутил индийский премьер-министр Нарендра Моди, полететь в космос оказалось дешевле, чем снять об этом фильм. Речь шла о голливудском фильме «Гравитация» стоимостью около сотни миллионов долларов, снятом в 2013 году. По заявлению ISRO, основным достижением миссии является изучение газового состава марсианской экзосферы. В последние годы Индия увеличила поддержку своей космической программы. Помимо беспилотных аппаратов, на 2023-2024 годы страна планирует пилотируемый полет. Стоит отметить, что несмотря на громкое заявление Моди об Индии как о космической сверхдержаве, ее космическая программа пережила как резкую критику после уничтожения спутника с образованием большого количества мусора, так и большую неудачу, связанную с потерей лунного посадочного аппарата. Недавнее исследование, проведенное школой медицины Икана на горе Синай, показало, что у астронавтов все чаще появляются мутации, которые приводят к повышенному риску рака и сердечных заболеваний. Кроме того, космические полеты оказывают прямое влияние на структуру ДНК. Исследователи взяли образцы крови у 14 астронавтов, которые участвовали в миссиях шаттлов с 1998 по 2001 годы. Во всех были обнаружены изменения в ДНК или соматические мутации в системе кровообразования. Соматические мутации – это мутации, возникающие уже после оплодотворения, а также в клетках, отличных от сперматозоидов или яйцеклеток, то есть они не могут передаваться детям. Такие мутации обычно вызваны экологическими факторами, например, влиянием ультрафиолетового излучения или определенных химических веществ, а также могут развиться как следствие химиотерапии или лучевой терапии рака. Космонавты работают в экстремальных условиях, где многие факторы могут привести к соматическим мутациям, особенно космическое излучение. Учитывая растущий интерес к коммерческим космическим полетам и исследованиям глубокого космоса, а также потенциальные риски для здоровья от влияния различных вредных факторов, связанных с повторными и длительными миссиями, такими как путешествие на Марс, мы решили ретроспективно изучить соматические мутации группы астронавтов, говорит Дэвид Гукасян, ведущий автор исследования. Астронавты, которые участвовали в исследовании, совершали космические полеты продолжительностью примерно в 12 суток. Их средний возраст составлял 42 года. 12 из них были мужчинами, и для 6 человек это была первая миссия. Ученые взяли образцы крови за 10 дней до полета и в день возвращения, а также лейкоциты через 3 дня после приземления и хранили их 20 лет при температуре минус 80 градусов по Цельсию. Используя секвенирование ДНК, ученые обнаружили 34 мутации в 17 гена, которые управляют клональным гемопоэзом, явлением, связанным со старением организма и характеризующимся избытком клеток крови. Однако частота соматических мутаций в генах, оцененная исследователями, составляла менее 2%, что является техническим порогом для таких изменений в кровотворных клетках. По словам ученых, учитывая молодой возраст астронавтов, факт такого наблюдения был неожиданным. Это подчеркивает важность раннего и постоянного скрининга их состояния здоровья даже после того, как они перестанут совершать космические перелеты. Вы наверняка заметили, что если мы в последнее время говорим о Starship, то подразумеваем подготовительные операции. Прошедшая неделя не стала исключением. В Хьюстоне заметили элемент очередной башни обслуживания Starship. Не терпится узнать, куда же его установят.
Прототип S-24 сняли с суборбитального стартового стола, где с ним провели огневые испытания, и поставили поближе к орбитальному. Сам орбитальный стартовый стол — это определенно инженерный шедевр, но пока он не выглядит готовым к первому полету, поэтому невероятно большой объем работ с ним продолжают и продолжают проводить. А на сборочной площадке заметили транспортеры с большим количеством противовесов. Значит, работы с Booster 7 завершены, и скоро он отправится на стартовую площадку для дальнейших испытаний. Возможно, не только включат 33 движка, но и установят S-24 на Booster 7. О рутинных операциях тоже не забывают. На обтекатель S-28 устанавливают шестиугольники теплозащитных плиток, и еще привезли опорные конструкции для установки вакуумных рапторов в Starship. Редкая лошадка SpaceX Falcon Heavy готовится к очередному полету в конце октября. На орбиту планируют доставить полезную нагрузку для военных США. В процессе боковые блоки первой ступени привычно вернутся к месту старта на специальные посадочные площадки. А вот центральный блок первой ступени выработает все топливо до конца. Его посадка на плавучую платформу в этот раз не предусмотрена. Запуски. 4 октября с площадки SLC-41 на мысе Канаверал стартовала ракета Atlas V компании United Launch Alliance. Носитель отправил на геосинхронную орбиту два спутника связи C-диапазона компании SES. Запись трансляции этого события есть на нашем канале. 5 октября состоялся запуск пилотируемой экспедиции Crew-5. Стартовавшая с площадки LC-39A ракета SpaceX Falcon 9 отправила к Международной космической станции корабль Crew Dragon с экипажем из 4 человек – астронавтов НАСА Николь Манн и Джоша Кассада, японского астронавта Коити Ваката, а также космонавтки Роскосмоса Анны Кикиной. Для первой ступени ракеты это был первый полет. Она совершила успешную посадку на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане. Стыковка корабля со станцией прошла 6 числа в 21:10 по часовому поясу UTC. Экипаж успешно перешел на МКС, где его поприветствовали коллеги. Ожидается, что миссия Crew-5 продлится полгода, до весны 23-го. Запись трансляции этого запуска, кстати, тоже есть на нашем канале. 5 октября SpaceX провела еще один запуск. Ракета Falcon 9 доставила на низкую околоземную орбиту очередную партию спутников Starlink. 52 аппарата отправились в космос со стартовой площадки SLC-4E базы космических сил США Ванденберг. Для первой ступени ракеты это был пятый полет. Она совершила успешную посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане. На нашем канале посмотрите упомянутые только что записи трансляций двух красивых стартов этой недели. Я расставил в роликах таймштампы, чтобы вы удобно могли пройтись по главным событиям каждого из них. А на сайте почитайте текст Александра Тарлаковского об активности Солнца. Все ссылки будут в описании под дайджестом. На этом у нас все. Любите космос, любите друг друга и до встречи на следующей неделе.